Урок 13. Секстан. Секстаном называется угломерный инструмент, построенный на принципе отражательной схемы, состоящей из двух зеркал и призм. Поворачивая одно из зеркал, наблюдатель может увидеть одновременно оба предмета, между которыми измеряется угол. Причем положение зеркал соответствует величине угла. Название секстан связано с величиной его дуги лимба, приблизительно равной 1/6 окружности. По латыни «секстантис» – шестая часть. В авиации применяется термин «секстант». Из отечественных мне известно SNOM, SNOT. Секстаны с искусственным горизонтом типа ИМС и перископические известны понаслышке. Первое. Устройство стандартного морского секстана. Здесь оно показано на рисунке. Навигационный секстан состоит из следующих основных узлов. Рама, алидада с осью вращения, оптическая система и отчетное устройство. Разные модели секстанов отличаются главным образом устройством рамы, алидады с осью и отчетным барабаном. В настоящее время практически во всех секстанах применяется отчетно-стопорное устройство, состоящее из микрометрического винта с отчетным барабаном на алидаде и зубчатой рейки на лимбе. Это червячное зацепление может разъединяться нажимом на лапки стопора и переставляться на новое значение угла. Зубчатое зацепление рассчитано так, что за один полный оборот винта алидада переместится ровно на 1-градусное деление лимба. Поэтому барабан разделен на 60 частей, равных минутам измеряемого угла. Устройство имеет два индекса – градусный на алидаде у лимба и минутный у отчетного барабана. Оно показывает минуты, десятой доли минуты, которые оцениваются на глаз. Подобное устройство позволяет производить отсчет угла проще и быстрее, чем другие устройства. Однако обладает рядом недостатков, присущих зубчатым зацеплениям, как то мертвым ходом винта и зависимостью отсчета от механического состояния зубчатой рейки и винта. Этим-то они в принципе и отличаются друг от друга. Шкала лимба имеет градацию от 355 градусов до 120-150 градусов. У разных приборов варьируется в зависимости от угла установки неподвижного малого зеркала. К слову сказать, за качество изготовления отечественных и зарубежных секстанов мой товарищ, ныне покойный, Игорек Карпов, будучи вторым помощником в Черноморском пароходстве, возил с собой из рейса в рейс персональный секстан английского производства, каким-то чудом оказавшийся у него в руках однажды и навсегда. Времена были советские, наши секстаны оставляли желать лучшего, а задачи астронавигации регулярны и обязательны. Нелепая смерть. Царствие тебе небесное, Игорек, штурману от Бога, хоть и грешнику, да и грешили вместе. Короче говоря, секстаны с отчетным барабаном требуют более тщательного ухода и специальной методики наблюдений, но об этом далее. Принцип измерения угла секстаном основан на совмещении прямовидного, например, горизонт, и отраженного, а точнее дважды отраженного изображения, например, звезды. Отражательная оптическая схема представлена на анимации. На этом принципе устроены все навигационные секстаны. Секстан, как и всякое механическое устройство, имеет свои погрешности. Эти ошибки делятся на устранимые и неустранимые. Ошибки в отсчете угла, возникающие от погрешностей изготовления и конструкции, являются инструментальными ошибками секстана и неустранимы. Это ошибки нарезки зубчатой рейки, ошибки от эксцентриситета алидады, клиновидность зеркал. Инструментальная поправка S секстана. Упомянутые выше ошибки действуют совместно и вносят общую ошибку в отчет угла, зависящую от величины этого угла.
Для компенсации этой ошибки вводится инструментальная поправка S, приводимая в аттестатах секстана через каждые 5 градусов. Здесь мы ничего сделать не можем и принимаем эту поправку как данность, просто учитываем ее при расчетах. Прежде чем перейти к следующей поправке, секстан необходимо выверить. 2. Выверка навигационного секстана на судне. При работе с секстаном его труба и зеркала должны занимать правильное положение, то есть визирная ось трубы должна быть параллельна плоскости лимба, а плоскости зеркал ей перпендикулярны. В процессе работы эти положения могут быть нарушены, вследствие чего в отчетах секстана появляются ошибки. Рассмотрим действие этих ошибок и выверку секстана. Выверка прибора производится в следующей последовательности. Первое. На непараллельность визирной оси трубы плоскости лимба. Если угол наклона оси трубы будет порядка 1 градуса, то ошибки могут достигать от 1,5 до 3 минут. Поэтому перед наблюдениями следует периодически проверять параллельность оси трубы и устранять замеченный наклон. Этой выверке подвергаются только трубы, имеющие сетку нитей. 1.1. Секстан с отрегулированной дневной трубой устанавливают горизонтально на устойчивом основании, например, ящик из-под секстана. Алидад располагают в середине лимба. Затем на края лимба ставят два диоптра так, чтобы соединяющая их линия была примерно параллельна оптической оси трубы. 1.2. Выбирают удаленный не менее чем на 50 метров предмет, расположенный примерно на том же уровне, и устанавливают секстан так, чтобы горизонтальная линия выбранного предмета оказалась на створе верхних срезов диоптров. Рекомендуется при наблюдении на судне, предмет также должен быть на судне. Это могут быть детали мачт, кранов, конструкции и так далее. При наблюдении на стоянке, если предмет на берегу, то секстан надо выносить на берег. 1.3. Затем наблюдает предмет в трубу. Если горизонтальная линия не окажется в центре квадрата нити трубы, то исправляют установку трубы. 1.4. Для этого вращают отверткой верхние и нижние регулировочные винты на кольце стойки трубы, приводя изображение горизонтальной линии в центр квадрата. Один винт поджимают, другой отдают. Остаточная непараллельность будет не больше 5 минут. И при условии совмещения изображений предметов в середине квадрата нитей трубы ошибки в углах практически не вызовет. При отсутствии диоптров линию на предмет можно располагать плоскости самого лимба. При этом предмет должен быть расположен все-таки дальше 50 метров. Стойка ночной трубы секстана SNOT тропически не имеет регулировочных винтов, поэтому эта погрешность не устраняется, как и на секстанах с трубами без сетки нитей. 2. Неперпендикулярность большого подвижного зеркала к плоскости лимба. 2.1. Сняв трубу, устанавливают секстан горизонтально, а лидаду ставят на отсчет 40 градусов и на лимб помещают два диоптра. Первый на отсчет около 0 градусов, второй около 130 градусов. 2.2. Располагая глаз на расстоянии 30-40 см от секстана на уровне диоптров, смотрят мимо внутреннего края большого зеркала на первый диоптр, нулевой. Диоптр 2 двигают по лимбу, пока отражение его не будет видно в большом зеркале. 2.3. Если совмещено изображение двух диоптров на одной прямой, зеркало в порядке. Если наблюдается излом верхних срезов диоптров, то большое зеркало не перпендикулярно плоскости лимба и требуется регулировка. 2.4. Торцевым ключом поворачивает регулировочный винт, расположенный на большом зеркале, до совпадения верхних срезов. При помощи диоптров большое зеркало можно установить с точностью плюс-минус 2 минуты, при которой ошибка в угле меньше 1/10 минуты. 3. Неперпендикулярность малого неподвижного зеркала к плоскости рамы. Эту операцию производят после установки большого зеркала. Алидаду ставят на отсчет близкий к нулю, и трубу наводят на неяркую звезду или солнце. Далее мы будем рассматривать выверку по солнцу. Итак, накинув перед обоими зеркалами светофильтры, лучше разного цвета, и установив алидаду на отсчет около нуля, наводят трубу на солнце. В поле зрения будут видны два его изображения, прямо видимое и дважды отраженное. 3.1.
Если дважды отраженное изображение не располагается на одной вертикали с прямовидимым, то вращением отчетного барабана устанавливают их рядом по горизонтали. 3.2. Поворачивая ключом боковой регулировочный винт малого зеркала, смещают дважды отраженное изображение вправо или влево до совпадения по вертикали с прямовидимым. При этом дважды отраженное изображение может переместиться несколько выше или ниже прямовидимого, то есть изменится поправкой индекса, который надо определить заново. Поэтому после правильной установки малого зеркала определяется поправка индекса. После выверки и тщательной установки зеркал и труб остаточные ошибки в отсчетах будут меньше 0,05 минуты, и ими можно пренебречь. Выверка установки трубы производится периодически во время стоянок в порту или на рейде, большого и малого зеркала перед каждым наблюдением, особенно если они производятся редко. Я уже не говорю за случаи, когда секстант подвергся ударам, вибрации, падению. 4. Определение поправки индекса и ее уменьшение. Величина поправки индекса I изменяется при изменении условий наблюдений от температуры, легких толчков по раме и расстоянию до прямовидимого предмета. Поэтому надо принять за правило определять поправку индекса при каждых наблюдениях, как среднюю из 3-5 наблюдений. Поправку индекса следует определять также, если будет наблюдаться объект на удалении 1 морская миля или менее. Я буду демонстрировать приемы по мере их точности, начиная с самого неточного. Определение поправки индекса по горизонту. 4.1. Алидада и барабан выставлены по нулям. Наводят секстант на горизонт. Дважды отраженное прямо видимое изображение горизонта, линия которого представляется ломаной. 4.2. Вращая отчетный барабан секстана, совмещают дважды отраженное и прямо видимое изображение горизонта. Снимают отчет индекса по лимбу и барабану. Определяют поправку индекса по формуле. Поправка индекса равно 360 или 0 градусов минус отчет индекса. В результате моих вычислений, они приведены, поправка индекса плюс 1,5 минуты. 4.3. Проверяем знак. Знак поправки правилен, если прибавив ее со своим знаком к отчету секстана получим 0. 359, 58 и 5 плюс 1,5 минуты равно 360 градусов. Все правильно. Определение поправки индекса по звезде. Прием аналогичен предыдущему. Выбирается неяркая звезда, расположенная невысоко 10-20 градусов над горизонтом, так как яркие звезды дают расплывчатые изображения в трубе секстана. Секстант приготовляется к ночным наблюдениям, а алидада и барабан устанавливаются на нулях, и труба направляется на звезду. В поле зрения ее будут видны два изображения звезды, прямо видимое и дважды отраженное. Совместив их в центре поля зрения вращением барабана в сторону увеличения отчетов, получим отчет поправки индекса, после чего по уже известной формуле получим поправку индекса. Определение поправки индекса днем по Солнцу. Изображение Солнца, наблюдаемое в трубу, представляет собой диски довольно большого диаметра, и совместить их центры, как того требуется для определения поправки индекса, нельзя достаточно точно. Поэтому при определении поправки индекса по Солнцу совмещают последовательно края изображения его диска в следующем порядке. 4.0. Алидаду секстана, приготовленного к дневным наблюдениям с наброшенными перед обоими зеркалами светофильтрами разного цвета, устанавливают по нуля. 4.1. Наводят трубу на Солнце и вращением отчетного барабана приводят дважды отраженное изображение соприкосновения с прямовидимым, сначала по нижнему краю. Снимают первый отчет индекса. 4.2. Затем, поворачивая отчетный барабан на увеличение, касаются дважды отраженным Солнцем верхнего края прямовидимого. Снимают второй отчет индекса. Очевидно, что средний отчет равен сумма двух отчетов, деленная на 2. 4.3. Вычитая этот средний отчет из 360 градусов, получим поправку индекса. В результате вычислений у меня поправка индекса равна тем же 1,5 минутам. Вычисление здесь же. Знак поправки получается из той же формулы. 4.4. Достоинством определения поправки индекса по Солнцу является контроль наблюдений. Разность большего и меньшего отчетов, первого и второго, равна 4 радиусам.
то есть учетверенный измеренный радиус Солнца, который необходимо сравнить с учетверенным радиусом Солнца, выбранным из альманаха или Майе. Я привожу альманах. Радиус здесь равен 15,7 минуты. 15,7 на 4 равно 62,8 минуты. По секстану в результате вычислений 62,9 минуты. Разница составляет 0,1 минуты. Так вот, если разница не превышает 0,4 минуты, то наблюдение качественное и поправка надежная. В противном случае наблюдение надо повторить. Для облегчения расчета поправки индекса по Солнцу рекомендуется следующий практический прием. Для каждого отсчета индекса находят избыток сверх 30 минут со знаком минус или недостаток до 30 минут со знаком плюс. Полусумма этих величин с учетом знаков дает величину поправки индекса. Для данного примера имеем: для первого отсчета индекса до 30 минут не хватает плюс 0,1 минуты. Для второго отсчета индекса не хватает плюс 0,3 минуты. 0,1 плюс 0,3 поделить на 2 равны тем же 1,5 минутам. Примечание. Подобный контроль справедлив при высотах Солнца больших 17 градусов. При меньших высотах влияет рефракция, и секстан надо располагать горизонтально. Следует отметить, что определение поправки индекса по Солнцу производится более точно, чем другими способами, то есть с точностью до 0,1 минуты. 5. Уменьшение поправки индекса. Поправку индекса практически удобнее иметь малой. Поэтому, если поправка превышает 3 минуты, ее следует уменьшить. Уменьшение поправки индекса производится поворотом малого зеркала в положение, параллельное большому, при совпадении индекса Алидады с нульпунктом деления лимба 5.1. Для этого, после выверки перпендикулярности обоих зеркал, следует установить Алидаду точно и барабан по нулям 0 градусов 0 минут. И навести трубу на звезду, солнце или горизонт. В поле зрения будут видны два изображения, прямо видимое и дважды отраженное, не совпадающие по вертикали. 5.2. Вращая с помощью торцевого ключа верхний винт малого зеркала, надо переместить дважды отраженное изображение на одну горизонталь с прямо видимым. При этом может появиться неперпендикулярность малого зеркала. Поэтому после уменьшения поправки индекса обязательно надлежит устранить неперпендикулярность малого зеркала, после чего определить новые значения поправки индекса. Стремиться уменьшить поправку индекса до нуля не следует, так как излишние повороты могут привести к ослаблению винтов малого зеркала. В большинстве случаев практически рекомендуется определять поправку индекса близко ко времени наблюдения. Обобщаю и резюмирую. Первое. Абсолютно точных секстанов нет, каждый имеет какую-то поправку, которую необходимо учитывать при исправлении высоты. 2. Необходимо регулярно выверять секстан, не реже раз в квартал, на параллельность трубы, если труба с рисками, или на перпендикулярность зеркал, сначала большого, потом малого. Всегда после регулировки проверяют поправку индекса. 3. Поправка секстана состоит из суммы поправок, инструментальной и поправки индекса I плюс S. И если инструментальная поправка S постоянна, то поправка индекса рекомендуется определять перед каждым наблюдением. А если наблюдается близко лежащий объект, то есть одна морская миля или ближе, то обязательно. Секстан выверен, и можно переходить к следующему шагу – наблюдениям. Удачи, коллеги!